Операционный офис «Великие Луки» филиала номер 14 АКБ «Мособлбанк» открылся в нашем городе 15 мая 2012 года по адресу улица Зверева, дом 27, напротив торгового центра «Весна». Офис работает без выходных и перерыва на обед с 9:30 до 20:30. Руководство офисом осуществляет управляющий Наталья Александровна Любавина и заместитель начальника развития филиальной сети филиала номер 14 Галина Николаевна Тимофеева. Отлаженная система предоставления банковских услуг и высококвалифицированный коллектив – составляет основу работы Мособлбанка, который за 20 лет существования на рынке зарекомендовал себя как надежный партнер. Мособлбанк поддерживает практически все виды современных востребованных услуг. Например, для частных лиц это большой выбор депозитных программ, ипотечные программы и автокредитование. Разнообразные формы денежных переводов, такие как МОПС, Western Union, Контакт, Золотая корона. Обслуживание банковских карт международных платежных систем. Также хочу отметить, что в банке можно оплатить коммунальные платежи без комиссии. Мособлбанк предоставляет населению широкий спектр услуг. Специалисты банка предлагают клиенту большой выбор депозитных программ, разнообразные формы денежных переводов, обслуживание банковских карт, международных платежных систем. Мособлбанк предлагает организациям сотрудничество в рамках зарплатного проекта с использованием банковских карт. Банкоматы уже установлены в торговом центре «Апельсин» и в офисе банка. А в скором времени банкоматы появятся и в других торговых центрах города, Куни и на Усокольниках. В Мособлбанке действует система интернет-банкинга. Подключение к системе позволяет повысить оперативность управления денежными средствами, находящимися на счетах в банке. Получение информации о состоянии банковского счета в автоматическом режиме. Выписки о движении денежных средств по банковским счетам в любое удобное время с любого компьютера, имеющего доступ в интернет. В помещении банка установлен платежный терминал для приема различных видов платежей без комиссии, оплаты услуг мобильной и стационарной связи, интернета, коммунальных платежей, платежей по свободным реквизитам, налогам, штрафам и пени. Для торговых и оказывающих услуги населению предприятий Мособлбанк предлагает торговый эквайринг, терминалы для работы с пластиковыми картами по оплате их товаров и услуг. Производится кредитование таких организаций по специальным программам с пониженной процентной ставкой. Для юридических лиц Мособлбанк предлагает обслуживание расчетных и текущих счетов, а также эффективное размещение временно свободных ресурсов в депозиты банка. В своей кредитной политике банк использует различные кредитные инструменты, в том числе банковские гарантии, которые выдаются под векселя Мособлбанка, под недвижимость, автотранспорт, оборудование, а также без обеспечения. Для торгующих организаций банк предлагает установку терминалов для расчетов пластиковыми картами, а также ежедневную сдачу торговой выручки в течение всего рабочего дня банка в удобное для клиентов время с зачислением данной выручки на расчетный счет в тот же день. Также Мособлбанк предлагает инкассацию торговой выручки. По всем интересующим вопросам консультацию можно получить у специалистов банка в офисе на Зверева 27 по телефонам 5 70 14 и 5 70 63, а также на официальном сайте банка.